Халча с переводом на русский означает ковер. Мы находимся на территории музея ковра. В принципе, здание самого музея построено в форме ковра. Вы можете увидеть снаружи. Соответственно, придумали такое название, чтобы была непосредственно ассоциация. Концепт ресторана Халча Лаунж – это место, где люди могут вкусно покушать, уютно посидеть и послушать качественную музыку. Кухня у нас итальянская и суши-бар. Мы хотели открыть не национальную кухню, но итальянская кухня ближе нам по духу. Наша целевая аудитория – это люди, которые любят качественно отдохнуть. Привет, я Фарид Алиев, менеджер ресторана «Халча». И мы ждем вас к нам в гости.